OMTV.ua про головне. Полетел дрон. Вон, ребята, горит. Седьмой прилет. Да. Это седьмой дрон сейчас прилетел. В ночь на 9 мая подверглась массированной атаке неизвестных беспилотников очередная нефтебаза оккупантов. Это произошло в населенном пункте Юровка, расположенном возле Анапы, Краснодарский край РФ. Взрывы было слышно около 2 часов ночи, пишут российские пропагандистские телеграм-каналы. Момент взрыва одного из дронов попал на видео. На нем зафиксировано, как на месте прилета начался крупный пожар. В свою очередь местные жители сообщили о 7 прилетах. Также они рассказали, что услышали гул мотора в небе, потом взрыв и яркую вспышку. Так называемый оперативный штаб сообщил, что в атаке участвовали минимум 6 беспилотников. Часть дронов якобы подавили средствами РЭБ, а несколько упали на территории нефтебазы. Отметим, что в Юровке Краснодарского края расположен нефтебаза «Темп». К слову, данное село находится всего в нескольких десятках километров от Крымского моста. Значит, там был враг, который опубликовал, который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится. Александр Лукашенко на прошлой неделе, собрав вокруг себя подручных ему министров, сказал, что я не могу поверить, что в Беларуси нет нефти, надо просто лучше копать, копайте лучше. Нефть у нас есть, сказал он людям с высшим образованием, людям, имеющим большой опыт в этой сфере. Ну, есть ли в этом вообще всем рациональное зерно? Действительно, может ли в Беларуси нет, есть какие-то источники, и Лукашенко знает что-то лучше, чем мы? Нет, территория хорошо изучена геологами, нефтяниками, специалистами газовой отрасли. Серьезных коммерческих запасов нефти и газа в Беларуси не нашли, так что можно было разрабатывать. Жалко Лукашенко, но даже больше мне жалко людей, которым он отдал распоряжение, потому что спустя какое-то время им же придется отчитываться. Там, вот вы поручили, мы нашли под вашим чутким руководством, обнаружили, давайте ему там звание какого-то почетного нефтяника. В общем, следить за ситуацией будем. А вот что касается Российской Федерации. Я, честно говоря, мониторя информацию уже не про газ, а про бензин, я несколько удивился, потому что я вижу, да, мониторя информацию из разных регионов, я вижу, что в одном пишут у нас рост цен, а другие пишут падение цен, но в целом пишут о росте цен. Может ли такое быть сейчас, что одни фиксируют и отчитываются о росте цен на бензин, другие отчитываются о падении, и с чем это может быть связано? А в России очень неравномерное распределение снабжения топливом. То есть там, где есть нефтеперерабатывающие заводы с большим объемом продукции, и они находятся вдалеке от радиуса действия беспилотников со стороны фронта, то там может быть все благополучно, нормально. Потому что и никто не будет покушаться на бензин или дистопливо, которое делает, скажем, Омский завод, или Хабаровский, или в Комсомольске-на-Амуре, или Ангарск. Вот. Там нет больших проблем, потому что заводы вот как работали, так и работают. Большие проблемы могут возникать в европейской части. Потому что, во-первых, есть атаки беспилотников. Во-вторых, заводы в европейской части очень много нефтепродуктов отправляли за границу. Вот сейчас введен мораторий на отправку бензина за границу, но дизельное топливо по-прежнему идет. Но когда мы видим статистику, вот понедельную статистику отправки морем российских нефтепродуктов, мы видим, что это все очень сильно сократилось, потому что не хватает для внутреннего рынка. Мы видим, что производство бензина, по всей стране, считаю, до 10% сократилось из-за
каких-то внеплановых ремонтов, пожаров, аварий и плюс еще, конечно, атаки беспилотников. То есть 10% это по всей стране, но если смотреть только европейскую часть, которая затронута этими самыми атаками и которая работала во многом на экспорт, то там положение гораздо хуже. То есть там не 10%, которые вот разложены по всей территории России, а там ну, процентов 15-17 производство бензина сократилось только вот на этой европейской территории. И поэтому там возникают проблемы, то есть возникают вспышки цены, взлеты цены на товарно-сырьевой бирже, и просто на цене отпускной с нефтеперерабатывающих заводов для владельцев автозаправочных сетей. Поэтому, да, в каких-то местах это может даже и подешеветь, потому что некуда девать это топливо, скажем, где-нибудь в Омске или в Перми. А в других регионах, типа Самары, там должно подорожать, потому что там были серьезные удары по НПЗ. Мы видим, что в новостях чуть меньше стало, кстати, информации про налеты на эти БПЛА, но тем не менее, я так понимаю, что последствия все еще сказываются, то есть вот этот damage, да, вот это повреждение, оно было действительно системным, и как вы предсказывали в нашем эфире, это не проблема там трех дней или недели, там нужно серьезно работать, восстанавливать для того, чтобы нормализовать работу и цены. Ну, я смотрю, вот сейчас были удары 2 или 3 дня назад по заводу в Славянске, по заводам, ну, в Краснодарской области. Славянск-на-Кубани, да. Да-да-да, в Краснодарском крае. А, и вдруг сообщение, что повреждена ректификационная колонна. И тут же в этом же сообщении говорится, ну, через 3-4 дня все неприятности будут устранены, мы будем продолжать работу. Это как? То есть вот эту колонну где-то изготовить, ее поставить, смонтировать, отладить и начать работу, ну, меньше чем годом не обойдется. И огромные деньги на это нужны, чтобы эту колонну туда поставить. Поэтому, что, вранье идет о том, что это быстро можно устранить. То есть полностью не верить и смотреть на это все скептически. Кстати, а где вы добываете информацию, но чтобы не попадаться вот на такие ловушки? Кого рекомендуете вы, если человек интересуется этой сферой? Ну, это вот больной вопрос, потому что в России очень много аналитиков, экспертов, которые работают на, ну, я иногда называю, рептильные, продажные конторы. Давайте вот культурно говорить про властные конторы. Ну, я могу даже назвать, вот есть, по-моему, как это называется, фонд национальной энергетической, ну, шутят, госбезопасности, там, безопасности стоит. Вот все ребята, которые там работают в этом проправительственном учреждении, они распространяют дезу или умалчивают о чем-то в лучшем случае, или просто говорят то, что те тезисы озвучивают, которые им спустили сверху из администрации президента. И поэтому получать какую-то правдивую информацию из России очень-очень трудно. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ніяк не можуть успокоїтися. Найбільше тявкающие члены Альянса, у которых нет никаких сил, типа Эстонии, обсуждают возможную блокаду Балтийского моря для защиты от России. Но я предлагаю всем эстонцам, которые не любят Россию, хотят блокады, надеть на себя скафандры, чтобы сразу не утонуть, и выйти в Балтийское море, чтобы его блокировать. Так, линеечка, линеечка, и по донышку, выстроиться, выстроиться. Никаких других возможностей для блокирования у них нет.
Соловьев просто превратился в шута. Говорит, у Эстонии нет никаких возможностей. У Эстонии, может быть, и нет. Это не самая большая на этой планете страна. Не самое большое государство. Но есть один маленький нюанс. И Скобеева все-таки умнее помета. За сегодняшний день сразу несколько максимально тревожных новостей. Латвия и Литва начали проводить учения в районе Сувалкского коридора. Эстонец знаменитый, мы запомним его фамилию Херьем, сообщил, что готов вдребезги разбить российские города. Человек выглядит довольно потешным, но за его спиной гипотетически, теоретически и, не дай бог, практически весь Североатлантический альянс. Ну, то есть все указывает на подготовку к широкомасштабной войне. Олька осознала, что если станет вопрос о закрытии Балтийского моря и лишении России выхода в эту акваторию, то заниматься этим будет не только Эстония. Есть и Финляндия. И когда Альянс проводит свои красные линии, то в телевизор России вызывают клоуна. Что какой-то хрен Финляндии говорит, что надо лишить Москву доступа к Калининграду. Ну, мы лишим... Окей. Лишим Финляндию доступа куда угодно. Я всегда ощущал, что финны хотят обратно в Российскую империю. Вот у меня было это ощущение, что вот они как брошенки постоянно пытаются как-то обратить на себя внимание. Мечта Российской империи. Вот, вот как-то в сердце финского рыбака так сильно-сильно дын-дынц, дын-дынц. Мы поможем финскому рыбаку, если он будет себя настолько безумно вести. И чудесная Финляндия, и некогда во многом дружественное государство сегодня... С первых полос Wall Street Journal сообщает нам, что Россия, оказывается, для Финляндии это враг номер один. То есть, если суммировать, с чем Путин заступает на должность президента Российской Федерации, но пока это реальность, я не знаю, может быть, его на инаугурации все-таки или после отправят туда, где его уже давно ждет Пригожин, посмотрим. Но по факту НАТО вместо того, чтобы развалиться, занимается тем, что становится более решительным и... Номенклатура вооружений меняется, которые поставляются в Украине. Меняется риторика стран Запада. Красные линии совсем начали выглядеть по-другому. Другими словами, в западной прессе появились такие тексты, в которых указано, что есть как минимум уже две красные линии, в случае пересечения которых Альянс вступит в войну на стороне Украины. Ну, первое, это, естественно, если российская армия попробует пройти в сторону Киева с территории Беларуси. Кто-то скажет, це вже було, и действительно было, и это на сегодняшний день маловероятно. Ну и красные линии тут, они не сколько о реальности, сколько тут нужно читать фразу «Альянс вступит в войну». Вот это ключевое. Потому что раньше они говорили, нет, нет, ни при каких обстоятельствах, лишь бы не было эскалации. А теперь тут сразу фиксируется, значит, Беларусь, вступление ее в войну или возобновление боевых действий со стороны Беларуси. Пункт номер один. Второе, это нападение или провокация Российской Федерации в отношении стран Балтии, Польши, ну или даже Молдовы. Сразу им прямым текстом заявляют о том, что вы получите по башке. OMTV.UA про головне. Кошмар, сюр абсолютный. Привет, дорогие друзья! Как-то я говорил, что пропаганда способна на знамена поднять вообще что угодно. Любое произошедшее событие пропаганда вывернет себе на пользу. А тут прошла Пасха. Ну разве можно это упустить? Нет, конечно. И вот уже Маргарита Симоньян рассказывает про то, что «Мы свет, а там на Западе адская тьма». Тут главная ценность – вовремя найденная аналогия. Как тогда во времена Римской империи творилось бог знает что, разврат, излишнее потребление, так и сейчас на Западе. Представляете, на Западе, оказывается, происходит то же самое, что и в Римской империи. Ну и, конечно, гонения на христиан. Это ж то же самое. Самые страшные гонения на христиан начались при Нероне, при развратнике. И это имеет прямое отношение к тому, что происходит сейчас. Я вот просто попытаюсь донести эту аналогию. Аналогия, надо сказать, просто шикарная. Просто на 5 баллов. Ну, конечно же, все то же самое, что тогда, что сейчас в Европе. Их невероятные траты
на ненужные никому роскошества. Их пиры с фаршированными дроздами, горбами верблюдов. Значит, с такими маленькими животными, сони они называются, которых держат в горшочках с фруктами и орехами, чтобы они жирнели, а потом, значит, едят этих сонь. С соловьиными языками. Как круто, что за излишества в плане кулинарии рассказывает человек, который максимально широко прославился поеданием бобра. Ну, наверное, бобр входит в этот самый рацион, который абсолютно необходим. В самый скромный рацион. Меньше это просто хлеб и вода. Следующим уже идет хорошо приготовленный бобр. Бобр, курва! Я пердол, як и бидле! Для этого общества сегодняшние удовольствия были самым главным. Они хотели урвать все здесь и сейчас. А насчет излишнего потребления, она же аналогию с Западом проводит, да? Ну, там же мы видим все это излишество, да? Это ж там у чиновников есть по, там, какие-нибудь 10 квартир, какие-нибудь вертолеты, яхты. Это ж там есть везде часы за хрен знает сколько денег, костюмы от Бриони на каждом чиновнике. Правда? Это же все неправда про то, что рассказывают, как, скажем, канцлер Германии или премьер-министр Великобритании живет чуть ли не в обычном, ну да, двухэтажном доме посреди улицы, на которой живут абсолютно тоже другие люди, без всяких проблем. Это же сказки все про то, как в Европе чиновники вылетают со своих мест за какую-нибудь коррупцию, которая, ну, просто, ну, она просто смехотворна, там, неуплата налогов с услуг какой-нибудь горничной. Или использование служебного автомобиля, чтобы съездить куда-нибудь не по служебным вопросам. Вот за такие вещи люди просто теряют свои должности. Это ж у них там излишнее потребление, правда? Это ж не у нас. Принимают чиновника из министерства вот совсем недавно с очень такой популярной фамилией Иванов и говорят, что взятка была больше миллиарда рублей. Такого ж нет, конечно. Говорить, что на Западе, как и в Древнем Риме тоже, жизнь какая-то исключительно платоническая и какие-то чрезмерные потребления у них происходят, это не то, что в чужом глазу видеть соринку, а в своем бревна не замечать. Это какой-то позор? Чем это все закончилось? Погиб Рим! Ничего не осталось! А великая же была империя! Ничего это нам не напоминает? Рим, как известно, разрушался очень долго. И в итоге его разрушили варвары, да? Что за аналогия такая интересная? Куда она вообще клонит? А оказывается, что между нынешним, так сказать, Римом и нами ров. Нас сейчас вот с этой империей, с Западной империей, разделяет ров. Этот ров постоянно ширится и... Я прям чувствую, как он наполняется какой-то кипящей смолой, которую можно назвать, наверное, гиеной огненной. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.